Потребление подростками наркотиков – одна из острейших проблем современного общества. Антинаркотическая комиссия обсудила направления и методы борьбы с распространением и потреблением психотропных веществ. В системе образования реализуются комплексные меры по формированию здорового образа жизни среди учащихся. С помощью социально-психологического тестирования специалисты стараются на ранних стадиях выявлять тех, кто употребляет наркотики. В проведении этих мероприятий принимали представители учреждений общеобразовательных. Это классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитанию на работе. На совещании также обсудили проект медицинских профилактических мероприятий по оказанию помощи детям, попавшим в наркозависимость, и новые меры борьбы с распространителями опасных синтетических наркотиков, спайсов.